Привет всем самодельщикам. Хочу вам вот про такой тракторок рассказать. Это переломка 4 на 4, полный привод. Как бы схема классическая, но есть вот один нюанс, с которым хотелось бы с вами поделиться. Это именно система подъема лопаты. Значит, здесь она выполнена на базе пневматики, то есть установлен пневмоцилиндр для подъема лопаты. Диаметр у него 80 миллиметров, шток на 125 вылетает. Значит, было собран распределитель на шаровых кранах. В принципе, он такой, как делают для гидравлики, чтобы не покупать распределитель. Ну, трехходовой и обычный кран вместе. Вот. Работает все отлично. Ну и установлен, конечно, ресивер. Где-то примерно на 50 литров. Это пропановский баллон с москвича, заводской, я так понимаю. Ну, крепеж все полностью сюда. Как бы установилось, там немного переварили. Ну, краны установлены там для закачки, спуск конденсата снизу есть, манометр тут, ну и подача получается на распределитель. По распределителю, значит, установлен манометр тут на приборку, чтобы как-то наблюдать, сколько там, что, чего наблюдается в этой системе. Рычаги тут, ну, поднял, все просто, в принципе. Ну, рычаги самопальные, там шпилька, удлинные гайки, тяги, в общем, чего тут мудреного нету. Не соврать, мужики, перед записью видоса сидел, ну, накачал полную систему и сидел, считал, сколько раз вот хватит вот этого вот баллона, чтобы поднять эту лопату. Лопата как бы нелегкая. Ну, не знаю, металл тут, наверное, 2,5-3 миллиметра сама лопата. Плюс механизм. Ну, 65 раз поднял. После 65 уже остается там где-то 3 атмосферы в системе. Уже он с трудом, грубо говоря, ну, еще раз 10 он поднимет, но в аварийном режиме, как бы. С налипшим снегом навряд ли. Ну, 65 раз, мужики, для того, чтобы почистить дом, снег вокруг дома, я считаю, это нормальный результат. В принципе, приехал, подключил штатный этот домашний компрессор вот такого плана. Накачал баллон, в принципе, и поехал дальше кататься. Как бы, ну, система рабочая. Единственное, что, ну, наверное, гидравлику она не заменит, потому что, как бы, отжать трактор на этом цилиндре не получится. Грубо говоря, даже я становлюсь на лопату со своим весом на 8 атмосферах, он не может поднять этот цилиндр. Мой вес и лопату, грубо говоря. Поэтому для таких каких-то моментов, чисто поднять что-то там не супер-пупер тяжелое, ну да, может быть, как бы годится. Вот, ну а там, не знаю, даже вырвет он плуг с земли, без понятия, как бы, если его там на заднюю навеску примудрить как-то. Ну, будем пробовать, может что-то из этого получится. Ну, вот трактор, в принципе, вот такой вот получился каркасик, световые приборы. Сам проект трактора, ну, сразу скажу, почти содран у Санька 23. Он там делал желтый или оранжевый, не помню. Ну, как бы размеры рамы там все примерно то же самое. Мосты здесь москвичевские, след колея 70. Рейку я установил. Швеллер. Единственное, не знаю, отличие у меня только, наверное, выход тяги. Не снизу рамы, а здесь окошко, и она тут бегает. Узел перелома ступица классическая. Что еще? Коробка четырехступка, сцепление полноценное, автомобильное, шкив, ну, все дела, уже все знаете там.
Моторчик 20 лошадок, лифановский, с 18 амперной катушкой. В принципе, аккумулятор заряжает. Для освещения, там, для всех дел, ну, хватает. Что еще? Ну, тут электрика немного сделана, тут предохранители, как бы там весь свет на рулюшках установлено. Ну, руль откидной, колонка с Фиата, не помню какого. Тут приборку пытаемся установить, как бы. Ну, так все работает. Аварийка, габариты, там, свет, освещение, да. По каркасу, ну, это отдельная история. Ребенок захотел мне галку установить. Что-то надо было делать, как бы. Вот сварился с металлолома такой каркасик. Ну, а там уже аппетит приходит во время еды. Фары, наверх, повторители, повороты, зеркала. В общем, в принципе, такой вот получился тракторок.